Всем добрый день. Всем добрый день. С вами я, Александр Демидович. Я нахожусь на месте, где вчерашний мой репортаж прогремел довольно сильно для Полтавы, для многих интернет-изданий. На этом месте вчера было оштрафовано два водителя автомобилей за неправильную парковку. Нашли кучу причин. Штраф был 520, по-моему, гривен за такое нарушение. Но ровно через 10 минут, я уже здесь тоже вчера делал репортаж о том, что происходило дальше. А дальше, когда полиция уехала, все на этом закончилось. И на сегодняшний момент, вот смотрите, что здесь происходит. То есть сделаем вывод. Штраф, которому подверглись два водителя, не дало никакого результата. А может, неправильно полиция сделала, становится вопрос. Ну почему? Потому что, мне кажется, для начала надо было бы сделать профилактику. Несколько дней, может быть, надо было здесь поставить пост. Все-таки попытаться убедить водителей, что не надо так парковаться. В результате вчерашнего дня два штрафа как бы в бюджете плюс. Но этот плюс не закончился ничем хорошим. Видите сами. Вот все, что сзади меня происходит. Зачем тогда было штрафовать этих двух людей? Значит, двум нельзя. Двое здесь уже никогда не остановятся. 500 гривен – это деньги. А остальные стоят и будут стоять, похоже, еще очень долго, если полиция не начнет, наконец, работать. Не только штрафовать карательно, да, но и проводить профилактику. То есть проводить работу, элементарную, простую работу. Для начала объяснительную. Всем хорошего настроения. Ну и не попадайтесь в такие ситуации. Все-таки я считаю, это глупо. Двум нельзя, остальным можно. Это плохо. Всем пока.